Это 5 секунд остается. Но еще можно бросить Чудинову. Бросает. Рикошет. Шайба летит мимо цели. И клюшку у Чудинова выбивает там хоккеист Атланта уже после свистка. И объятия. Объятия мы видим такие массовые. На три пары хоккеисты успели разбиться. Причем лидеры команд сейчас в такую рукопашную сходятся. Там Кронвал с кем-то продолжает выяснять отношения. Никак не могут успокоиться гости. Так не видно пока, кто там такой агрессивный. В составе Мытищинцев. Теперь еще и Зубарев здесь что-то пытается предъявить. Радиевич, конечно, как же без него. И все лезут на Стефана Кронвала почему-то. Это Дмитрий Упер. В общем-то, не самый агрессивный вроде бы в составе Атланта хоккеист. Тем не менее, сейчас в эту стычку он вступил. Смотрим еще раз на повторе. Да, Кронвал с Упером здесь сошлись в первую очередь. Но началось все вот с этого эпизода. Вы видите, когда у Чудинова выбивает клюшку хоккеист Атланта. Ну и дальше пошло-поехало. Ну ладно, страсти в раздевалке немножко улягутся, отдохнем и мы.